Вот. Хорошо. Еще раз шалом всем. Жива-здорова. Перенервничала, конечно, страшно, потому что ну, ни у кого из нас как-то не было такого опыта. Да? Были у нас после 2014-го беженцы из Донецка, то есть рассказывали, как это все происходит. Да? Но опять же, никто не думал, что это коснется как-то нас лично. Мы всегда так не думаем, да? Что вот коснется, пронесет. Ну, раз коснулась, Всевышний допустил, значит, и допустил, что я здесь, значит, мне так надо, да, для моего тона, для моего исправления пережить этот опыт, да, и стараюсь максимально это пережить, естественно, чтобы сохранить свою жизнь, это самое важное, да, вот, ну, как говорится, тоже. Сохраните психическое здоровье и моральное, да, но тут, как говорится, изучение Торы самое-самое хорошее лекарство, да, чтобы отвлечься от всего этого. Сегодня на иврите взрослым расскажу один приемчик, но детям еще рано. Вот, вы, детки, молитесь, да, молитесь, что скорейшее победит, чтобы их выгнали всех наконец-то, чтобы они спокойно вернулись домой. Вот, и потому что Всевышний ваши молитвы слышит, очень слышит, и очень ему нравится, когда вы так молитесь, да. Вот, я думаю, все будет хорошо. Я, конечно, при первой возможности выйду, да, но пока это равносильно самоубийству, потому что стреляют по машинам выезжающим. Вчера обстреляли скорую помощь, которая везла лекарства из Запорожья для тяжелых больных. Вот, говорят, страшно. То есть мы, по сути дела, в тюрьме сидим. Выехать невозможно. При всем моем желании, и не только моем желании выехать. Естественно, если это будет Россия, то Россия не будет, да, добровольно. Вот, вот так вот это выглядит. Так, хорошо. Но переходим к вещам более веселым, да, более интересным, да, и тем, которые нас действительно поддерживают. Понятно, что все мы сейчас боимся. Да, это нормально. Вот. И человек всегда боится за свое тело. Да? Это тоже хорошо, бояться за тело. Но больше всего нужно бояться за свою душу. Да? Потому что только наша душа, мы соединяемся со Всевышним, и вот это настоящая жизнь. Да? Вот это настоящая жизнь, когда мы душой соединены со Всевышним. Вот. Но, как говорится, человек иногда из-за боязни тела забывает. Да? И поэтому... И опять же, ничего, что как бы не допущено свыше в нашей жизни не происходит. Поэтому тоже нужно все это спокойно принять. Значит, надо для нашего исправления, для текущего исправления. Да? Вот так. Хорошо. Ну и получилось, что сегодня у нас будет разговор о двух главах. Да? Не получилось из-за... говорится, наступление за оккупации. Поговорим немножко о двух. Она не пох... Информация, скажем так, достаточно... похожая, да, в этих двух главах, как вы помните. Ну, давайте вспомним, какая глава была предыдущая. Не та, которая вчера, а предыдущая. Кто помнит, кто мне скажет? Уже немножко подзабыли, да? Это была глава Ваягель, да? Вот, как, и собрал Моше всю общину сынов Израиля. Да? Идет собрание, собрание. Вот. А наша глава, которая была вчера в синагоге, как она называется? Пукудей. Называется? Да, кто скажет мне? Пукудей. Пукудей, молодцы. Это тоже еврейское слово. Да, еврейское слово переводится итоги. Итоги, подсчеты. Да? Вот. И о чем там вообще говорилось? Да? Вот, ну, как бы, скажем так, там не очень интересно, там рассказывалось, из чего строится храм подробно, там сколько размеры, из чего, да, и мы как бы думаем, ну, зачем оно нам надо, зачем, да, может быть, там кто храм будет строить, да, все уже прописано в деталях, да. Вот. И потом, о том, как евреи сдавали средства на постройку храма, на сооружение мешкана, да. Но, тем не менее, есть вещи, которые очень важны для нас, даже при чтении. Потому что даже ну, каждая Тора, она очень важна.
Вот. И прежде всего глава Ваягель начинается повелением Всевышнего соблюдать шаббат. Потом приводится поучение о том, что нужно приносить в виде пожертвования в храм. Описывается, как эти приношения использовались в украшении храма. И о том, как мишкан был искусно и красиво устроен. Да? Ну, очень важно, действительно, чтобы место, где мы встречаемся со Всевышним, было красивое. Да? Красивое уже вызывало определенные эмоции. Так, у вас у всех почему-то закрыты микрофоны, да? Вы их закрыли или они закрылись у вас автоматически? Да, посмотрите. Мы закрываем, да. Чтобы не шумело, да? Что-то там. Хорошо, если закрываете, нет, я же переживаю, да, потому что потом хотите мне что-то сказать, ведь Светлана, открой микрофон, да, я не могу открыть, да? Потому что они по усмотрению открыты, да, все, ничего страшного, да, все хорошо. Вот, вы делаете, что хотите, абсолютно. Можете прикрывать видео, можете прикрывать микрофон, и вы люди свободны. Да? Так, хорошо. Так, и вот так это выглядит, да. И сейчас я вам хочу показать презентацию, да, какие бывают красивые синагоги, да, какие бывают разные красивые, как устроены красивые синагоги. Надеюсь, что тогда все это безобразие закончится. Можно будет потом организовать поездки для детей тоже и группы, посмотреть разные красивые синагоги, да, посетить. Это всегда будет очень и очень интересно, да, в таком плане. И я вот сейчас хочу вам показать. А в этих главах мы снова встречаем уже знакомого вам художника. Как его звать, кстати, запомнили? Который все это... Бецалель, да, Бецалель. Кстати, Бецалель, так называется Академия художеств в Израиле. И знаем, что в нашей традиции искусство не запрещено. Запрещено делать идолов, да, но это не означает, что нельзя изображать человека. Да? И Всевышнего, конечно, нельзя изображать абсолютно, да, но Всевышнего, но человека, животных изображать можно. И даже в старинных синагогах везде встречаем изображения людей. То есть нет, как в исламе, где вообще нельзя изображать, только буквы, только, как говорится, орнаменты. Наша традиция это все допускает, да. Вот так это выглядит. Так, тогда я вам и хочу вам показать действительно, насколько красивая может быть. Видно, что не слышу вас? Да, видно. Видно, да? Хорошо. Все. Вот такой вот красивый потолок, да, в синагоге. Вот это я нашла вам уже такое интересное изображение. Мы знаем, что вообще любая еврейская семья, да, является храмом. Кончик немножко ханукальный. Вот. И вот такая красивая картина. Вот, вот тоже такие синагоги. Наверное, уже взрослые были. Кто-то из взрослых видел. Да? Внутри красиво. Очень, да, красиво. Может быть, и в современном стиле. И витражи могут быть, видите, какие красивые, современные. То есть все это допускается. Все это можно. Это синагога в Праге. Это в Праге, да, мы были. Да, да, мы в Праге были, да. Ну, и тут еще поедем. Это в Праге, мы там были. Да? Были в Праге, ну, и... Вот. Это, по-моему, это в Будапеште, если я не ошибаюсь. А это, может быть, тоже были здесь? Узнаете, где это? Что это? Мама. Это Ужгород. Это Ужгород. Ужгород. А, это Ужгород, да. Это были, Ужгород. Были. Были, тоже видели, это Ужгород, видите. Вот. А в Днепре вы не были еще, наверное, нет? В Днепр не ездили, ну, мы поедем потом. Днепр знаменитая Менора,
Но тогда я сегодня не успела ее включить, потом вам покажу номеру. Я летом была там. Конечно, там центр совершенно потрясающий. Помнишь, когда я Вот я снял.